Всем привет! Сегодня у нас такая тема пылесосная. Когда вытягиваешь кабель сетевой на 220, фиксация отсутствует. То есть вытянул, он снова заходит. По какой? Ну, значит, смотрите. Принцип работы фиксатора. Вот сам барабан, где намотан сетевой кабель. Здесь ребрышки такие, грани. Они практически не стираются. А вот маленькое резиновое колесико, оно за многолетнее время работы становится гладким, и оно не фиксирует. Вам нужно взять фиксатор, он тут здесь, пружинку придерживаете, и оно снимается. И вот оно здесь совсем гладким становится. Я как выход взял надфилёк и сделал вот такие надрезы, чтобы гладкость отсутствовала. Поставил и все фиксирует. Здесь не особо тяжело. Так что вот такая вот простая штучка. Ставится назад и все будет работать. Удачи всем в ремонте.